Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Она курит красные Мальборо. Босиком на кухне до утра. Она курит красные Мальборо и ждет его звонка. Временно недоступен. Перезвоните позже. Перезвоните позже или лучше никогда. Перезвоните на симку поломанную пополам. Попробуйте всю ночь проговорить с бездушным роботом. И даже если человек ответит, твой любимый, что потом? Пару часов насилия над мозгом в попытках уцепиться за прошлое, чтобы выдавить из себя эмоцию. И на карнизе с ветром, поиграв в ладошки, пообещать, что никого и никогда больше. Сигарета она делает затяг, сидя на кухне в тишине одна. Ждет его звонка, терпит всю боль, сколько пролито слез, но верит и ждет. Он для нее подарок свыше, она его слышит, и не нужно больше никого. Постой, ему вслед кричала перед уходом. Она помнит все и даже больше, но и порой так сложно, только она знает пароль от его сердца, и плевать на прохожих. Сидя на кухне в тишине одна, затянулась красным Мальборо, и так тихо шепотом сказав: ты со мною, я знаю, ты рядом, я слышу.